Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил серьезными ответными мерами Соединенным Штатам Америки, если они развернут ракеты средней и малой дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщает УНИАН, в интервью пропагандистскому ТАСС Лавров заявил, что приверженность России договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности жестко связана с потенциальным появлением наземных ракет американского производства в ряде регионов. По его словам, вопрос развертывания такого вооружения враждебно настроенными странами очень чувствителен для РФ. Глава российского МИД добавил, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от РФ принятия серьезных ответных мер. Но если США не будут наращивать силовое давление, то и Россия якобы не станет первой развертывать ракетное вооружение, ранее запрещенное договором. Информация о том, что США могут разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе, появилась в начале декабря. Предполагается, что дальность полета ракет, которые могут разместить, составит от 500 до 2700 километров.